Внешне отстраненный и закрытый Сергей Рахманинов лишь в кругу семьи и близких раскрывался по-настоящему. Шутил, был прост, искренен, весел или, напротив, делился своими переживаниями. Писательница и поэтесса Мариетта Сергеевна Шагинян была одной из немногих, кого Сергей Рахманинов допустил в свой внутренний мир – их переписка началась в феврале 1912 года, когда Рахманинов выехал на гастроли в Петербург. В своих воспоминаниях о дружбе с Сергеем Рахманиновым, продлившейся пять лет, Мариетта Шагинян писала, «Рахманинов находился в те годы в зените своей славы. Концерты его каждый раз сопровождались потрясающими овациями. Многие рахманисты ездили за ним из города в город. Публика часто до глубокой ночи сторожила у подъезда, не давала ему выйти, а из большой черной наемной кареты, увозившей обычно Рахманинова домой, администратору приходилось иной раз вытаскивать забившихся в нее фанатичных поклонниц. А между тем, с самим Сергеем Васильевичем творилось что-то странное. Как раз в те годы полного внешнего успеха и благополучия он был тяжело раним отношением к себе некоторой части профессиональных кругов. Сомневался в собственном творческом даре. Он один, как будто стоял вне направления. Не говорил нового слова. Писал, как эпигон. Через месяц, в марте 1912 года, исполнялось 15 лет со дня провала первой симфонии Рахманинова – который дирижировал Глазунов 15 марта 1897 года в Петербурге. И как тогда, словно справляя страшный юбилей, Рахманинов выехал на гастроли в Петербург, где он должен был дирижировать оперой «Пиковая дама» в Мариинском театре. Мог ли он не вспомнить в Петербурге своего провала? Не отразится ли на нем это воспоминание, сделав его еще более сомневающимся в себе? Именно тогда, в февральский метельный вечер, я и решилась написать ему и послать письмо в догонку в Петербург, вложив в это письмо всю веру в него, какую мы испытывали. И в чужом городе, с утра до вечера занятый, окруженный множеством людей, Рахманинов, видимо, почувствовал волну нежности, пробившуюся к нему из Москвы от московской молодежи. Потому что сразу же ответил на письмо с готовностью беседовать, с удивительной добротой и всегда присущим ему легким, мягким юмором. Я не захотела называться и подписала свое имя нотой «Ре». В квартире, где я жила, все были предупреждены, что если придет письмо, адресованное «Ре», то это для меня. Рахманитов обратился ко мне в ответном письме как «Ре». И потом до последней нашей встречи в июле 1917 года всегда и писал, и называл меня Рэ. И посвятив мне свой роман с муза, поставил в посвящении Рэ. Кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще вас, милая Ре. И ваши письма, пишет Рахманинов Мариете Шегинян. Вас я люблю за то, что вы умная, интересное и не крайнее. Одно из необходимых условий, чтобы мне понравиться. А ваши письма за то, что в них везде и всюду я нахожу к себе веру, надежду и любовь. Тот бальзам, которым я лечу свои раны. Хотя есть с некоторой пока робостью и неуверенностью, но вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на вас и делать выноски из ваших писем. Авторитетность ваша тут вне сомнений. Говорю серьезно. Одно только нехорошо. Неуверенная вполне, что рисуемый вами за на портрет, как две капли, сходен с оригиналом, вы ищете во мне то, чего нет – и хотите меня видеть таким, каким я, думается, никогда не буду. Моя, как вы пишете, преступная душевная смиренность, к сожалению, на лицо. И моя, опять же, из вашего письма, погибель в обывательщине мерещится мне, так же, как и вам в недалеком будущем. Все это правда. И правда это от того, что я в себя не верю. Научите меня верить в себя, милая Ре. Хоть наполовину так, как вы в меня верите. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, очень давно, в молодости. Недаром за все эти 20 лет моим почти единственным доктором были гипнотизер Даль и две моих двоюродных сестры, на одной из которых 10 лет назад и женился, и которых также очень люблю и прошу пристегнуть к списку. Все эти лица, или лучше сказать, доктора, учили меня только одному – мужаться и верить. Временами это мне удавалось, но болезнь сидит во мне прочно и с годами развивается, пожалуй, все глубже. Не мудрено, если через некоторое время я решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижером, или сельским хозяином, а то, может, еще автомобилистом. Вчера мне пришло в голову, что то, что вы желали бы видеть во мне, имеется у вас сполна под рукой в другом субъекте метмере. Описывая его также метко, как меня, вы желаете мне привить все ему присущее. Недаром в каждом письме половина места уделена Ему. И недаром вы бы меня желали видеть именно в Его, в их обществе в этом святом месте, где спорят, отстаивают, исповедуют и отвергают, как вы пишете. Не там ли увижу я и теперешнюю молодежь, легко владеющую стихом, и, увы, безмерно далекую от истинной поэзии, как вы пишете. Это лохматые, наверное. Хорошо еще, что центральная фигура, объект, выбран на этот раз удачно. Действительно, сам Мэтнер не тот лохматый, каким бы вы желали меня в крайности видеть. И никакого предубеждения у меня против него нет. Наоборот, я его очень люблю, очень уважаю. И, говоря чистосердечно, как, впрочем, и всегда с вами, считаю его самым талантливым из всех современных композиторов. Один из тех редких людей, как музыкант и человек, которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь. Удел немногих и да благо ему будет. Но то Метнер молодой, здоровый, бодрый, сильный, с оружием, лирой в руках. А я душевно больной, милая Ре, и считаю себя безоружным, да уж и достаточно старым. Если у меня что есть хорошего, то уже вряд ли впереди. Что же касается общества Метнера, то, бог с ним, я их всех боюсь. Преступная робость, и трусость из вашего письма. И предпочту этой гуще подлинного искусства ваши письма. И зачем я вам все это пишу, милая Ре? Наедине со своей душой я недоволен содержанием этого письма. В заключение несколько слов другого порядка. Всегда внимательный к вашим словам и просьбам, пишу это письмо сонным весенним вечером. Вероятно, этот сонный вечер причиной тому, что я написал такое непозволительное письмо, которое прошу вас скорее забыть. Окна закрыты. Холодно, милая Ре. Но зато лампа, согласно вашей программе, стоит на столе и горит. Из-за холодов те жуки, которых вы любите, но которых я терпеть не могу и боюсь, еще, слава богу, не народились. На окна у меня надеты большие деревянные ставни, запираемые железными болтами. По вечерам и ночью мне так покойнее. У меня и тут все та же преступная, конечно, робость и трусость. Всего боюсь. Мышей, крыс, жуков, быков, разбойников. Боюсь, когда сильный ветер дует и воет в трубах. Когда дождевые капли ударяют по окнам. Боюсь темноты и так далее. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что дымовые водятся. Вы и этим интересуетесь. Иначе трудно понять, чего же я боюсь даже днем, когда остаюсь один в доме. Ивановка. Старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим, родным, так как живу здесь 23 года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось. Впрочем, это старая погодка. Что же вам еще сказать? Лучше ничего. Покойной ночи, милая Ре. Будьте здоровы и постарайтесь вылечить также и меня. Я вам теперь не скоро, вероятно, напишу. 8 мая 1912 года. Сергей Рахманинов.